Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 42, задание внизу страницы. Вычисли. 123 нужно умножить на сумму чисел 6 и 4. Нам удобнее сначала найти сумму чисел 6 и 4, это 10. 123 умножаем на 10, то есть приписываем 1 0, получается 1230. 3 умножить на сумму чисел 135 и 25. Сначала находим сумму чисел 135 и 25. 35 плюс 25 – это 60, 160. 3 умножаем на 160, 3 на 100 – 300, и 3 на 60 – 180. 300 плюс 180 – получается 480. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.